Всем привет! Меня зовут Елена Прохладная, и вы на канале «Англия моими глазами». Сегодня мое видео будет не информативным, оно будет состоять из нескольких таких, знаете, отрезков эпизодов, которые как раз будут ответом на ваши вопросы. Вы очень часто спрашиваете, ну, просите меня покопаться в моих шкатулочках и показать какие-то мои украшения и, в общем-то, то, что я ношу, какие аксессуары и то, что я люблю. Знаете, я так подумала, что, возможно, я буду начинать каждое видео, но не каждое, а какое-то из видео, буду начинать с того, что буду показывать вам какой-то аксессуар, и потом, как я его применяю. Ну вот сегодня, наверное, я вам расскажу о том, что я очень люблю украшения Сваровски. Это моя любовь началась еще, когда я жила в России. Моя дочка, кстати, тоже очень любит украшения Сваровски, и у нас с ней достаточно много этих украшений, но мы их не смешиваем, а просто то, что есть у нее, вот, допустим, серьги, а есть и у меня, и также есть у моей снохи, я ей подарила. Мне нравятся у Сваровски очень такие, знаете, деликатные изделия, очень красивые, они идут в ногу со временем. Это, конечно, не реклама, это просто то, что я люблю и то, что у меня есть. Ну, например, серьги. Серьги, я уже их вам показала, да, ну вот, допустим, сегодня на вот это самое видео я выбрала вот такие серьги, которые подошли бы к моему вот такому вот джемперу, который я купила, кстати, совсем недавно, когда мы были в Бакстоне. Это French Connection, но не думайте, что это французская компания. Нет, это совсем наоборот, это британская марка одежды и аксессуаров. Мне очень понравился цвет, ну и, конечно, в моем гардеробе присутствует одежда марки French Connection. К этому джемперу, ну, свитеру, как хотите, к этому топу, подошли бы еще вот такие вот сережечки, которые вы тоже уже видели, да? Но я думаю, что они больше такой вечерний вариант, хотя я вот сейчас их примерю, и вы посмотрите, как они тоже смотрятся с этим, вот с этим именно аутфитом, как сейчас мы говорим. Вот. Вот мне тоже очень они нравятся, и такие серьги есть у моей невестки тоже, у Кристины. Вот такое вот украшение, это цепочка с подвесками. Такими, видите, симпатичными, милыми. Одна такая жемчужинка и вторая вот такой красивый шарик на тонкой цепочке. Ну, как вы поняли, я люблю такие деликатные украшения. И, вы знаете, вот я думаю, что вот именно к этому джемперу, к этому цвету подойдут украшения желтого цвета, желтого либо розового, потому что если я надену, допустим, сюда серебро, либо белое золото, да, то лично у меня возникнет какой-то вот такой дисбаланс, да, дисгармония какая-то. Поэтому как бы желтый к желтому. Вот, ну, это ожерелье, эту цепочку я очень люблю. Очень люблю, мне подарил ее Колин на Рождество. Не помню, какое, в этом году или в прошлом. Вот, он как бы делается, ну, как бы вот этот замочек движется туда-сюда, ползунок, видите, вот он убирается туда и сюда. Вот, ну, я люблю его делать вот так. Можно сделать концы вместе, то есть здесь такие вариации. Вот, и мне кажется, что он очень подходит к любому вечернему наряду, но, конечно, когда я днем, я его, естественно, не надеваю, этот ползунок. Показать вам браслет, который тоже такого же плана, как и вот эта цепочка. Вот он, такой браслетик, который мы купили на скидках, кстати, в Манчестере, в Трефо-центре. В Сваровске очень часто устраивают сейл, распродажи. И вот этот браслетик был там, и Колин, конечно, мне его купил. Очень он такой, тоже такой симпатичный, деликатный тоже. Магнитная такая застежечка. Вот она так раз, и все. Вот. Ну, этот браслет я могу надеть, конечно, и днем. Если я иду куда-нибудь вечером, то я надеваю и этот браслет, и еще другие браслеты, которые тоже у меня есть. Браслеты Сваровски, тоже такого желтого цвета с камнями. И очень люблю я часы, аксессуары. Ну, если это вечер, то вечерний вариант. У меня есть вот такая парочка браслетов. Я их подобрала друг к другу, дружка к дружке. И, конечно, ношу их вместе. Могу носить их вместе. Вот
Вот таким образом. Либо, вот получается, видите, три браслета как бы на руке. Либо один какой-то снимаю, один оставляю. Ну, то есть вот вариантов много. Очень люблю я часы. Один из моих любимых аксессуаров – это часы. Ну, кроме браслетов, конечно. Ну, вот так выглядят часы, часы Сваровски. Это тоже был подарок Колина мне. Это было Рождество. Но вы знаете, что в основном, когда Рождество справляют, здесь дарят всегда один какой-то основной подарок, а и несколько каких-то таких, знаете, ну, сопутствующих ему мелких. Так вот, одним из основных подарков были вот эти вот часы. И, видите, немножко отличаются по цвету от браслетов. Они не желтого плана, а такие немножко розоватые. Но тем не менее, я бы надела, конечно, эти часы вот под этот аутфит. Ну, вечерний вариант. Еще у меня есть одно такое украшение крупное, которое мне тоже очень нравится, но я его надеваю не часто, даже не знаю почему. Мы купили его на одной из каких-то выставок распродаж. Вот так оно смотрится, и мне кажется, вот к этому варианту оно, конечно, тоже очень подходит. Я люблю такие вот цвета, горчично-коричневые. Но коричневое, чтобы было не у лица, а вот именно в аксессуарах. Вот эта вот гамма мне очень-очень нравится. То есть вот, наверное, мой наряд на вечер готов. Ну, а сейчас хочу показать вам весь свой аутфит, который я подобрала вот к этому джемперу. Кстати, это будет ответом на вопрос другой из моих подписчиц, которая просила сделать обзор моих летних блузок или каких-то рубашек, там, топов. Но поскольку сейчас уже не лето, а осень, я думаю, что, может быть, это будет более актуальным. Ну вот, смотрите, примерно у меня есть такие бордовые брюки, они микровельвет. И вот бордовые ботиночки. Можно с перчатками, можно, конечно, без них. Все, готовый образ. Ну вот, собственно, все, что я хотела вам сегодня рассказать, даже не рассказать, а показать. И ответить на ваши вопросы. Поэтому, видите, такое было не особо информативным, но зато показательным. И в самом конце, конечно, хочу сказать, помните, я проводила конкурс на дары, на подарки из Шотландии. Никто так и не откликнулся. Победители, не знаю, где они, я уже писала и объявляла. В общем, нет, никого нет. Видимо, просто были комментарии и все. Поэтому я сегодня решила разыграть вот этот набор. Просто вышлю его самому первому, кто отметит себя в комментариях. Вот, собственно, и все. Поэтому ставьте, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал. И, конечно, у меня будет еще больше призов и подарков вот как раз к Рождеству и к Новому году. Всем до свидания, всем пока!